Российские автовладельцы теперь могут приобретать полис ОСАГО даже в последний день действия талона техосмотра. Накануне вступили в силу поправки в закон о техосмотре и об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. До сих пор полис ОСАГО можно было купить только предъявив талон о прохождении техосмотра, причем до окончания срока действия талона должно было оставаться не менее 6 месяцев. Теперь это ограничение отменили, впрочем, самого талона как такового тоже больше не будет. Его заменит диагностическая карта, в которой указано, что проверялось и каков результат. На основании этой карты и можно покупать полис. Она будет действовать, даже если у машины сменится владелец. Кстати, страховые компании пока еще будут принимать эталоны до 1 августа 2015 года. Еще одно изменение в законе – процедуру техосмотра теперь могут проводить дилерские сервисы, если у них есть договор с производителем или импортером автомобилей.